Всем привет! Это мой новый микрофон! Такой пиздатый и крутой! Никто не сравняется с тобой! Я теперь буду говорить все время в этот микрофон и не буду никогда надевать гандон, потому что микрофон меня защитит, и мой голос он преобразит. Мой голос будет клевый и крутой, и никто не сравняется со мной! Я купил себе микрофон, последние деньги потратил на него, так что я буду им пользоваться теперь, и похуй мне на все. Мой новый микрофон очень крутой и стильный он. Я буду говорить им и не буду надевать гандон. Короче, друзья, мой микрофон это мой эксклюзив. Все попытки копирования моего микрофона будут караться по закону. Мой микрофон дает специальный оттенок звуку, который вы не сделаете ни в какой музыкальной программе, и даже не пытайтесь. Проще вам будет пойти посрать, чем этот звук изобразить вот собственными силами. Вот. Даже не пытайтесь. Это мой эксклюзивный звук, юниковый, мне да понятно. Все. Сейчас у меня заливается видео, которое уже никак не обрабатывается. Мне уже надоело его перезаливать. Это видео, где я праздновал 1000 подписчиков. Я там рассказывал. Но, сука, YouTube не хочет его перезагружать. То есть обрабатывать. Поэтому мне он заебало уже его перезаливать. И я решил оставить на завтра. Сейчас я уже хотел спать пойти. Но я себе купил бутылочку пивка и решил попить. Поэтому я сейчас пьяный, я в нее сейчас говорю нахуй. И эта бутылочка будет как мой новый микрофон теперь. Вот. Так что вот то видео, я не знаю, YouTube, он тупой нахуй, он на 98% останавливает обработку, и она больше не идет. Из-за того, что не идет обработка, я не могу видео это разместить, чтобы его посмотрели. Там я рассказывал о 1000 подписчиков, видео получилось очень длинное, на полчаса, и в 720p качестве. Вот, и я такие долгие видео никогда не заливал. YouTube тупит, короче, нафиг, вот. Не знаю, я сейчас напился пива уже, сейчас я уже ничего перезаливать не буду, из-за этого ебучего Ютуба теперь придется отложить на завтра видео. Вот, про 1000 подписчиков, так что я сейчас выпил, я пьяный, так что я извиняюсь. Вот. Вы напишите там Ютубу, короче, в техподдержку, что за хуйня видео не обрабатывается до конца. Что за дерьмо, блядь? Я знаю, у DSP, да, у моего Darkside Фила, у него, короче. Было такое хуйня, то, что он загружал видео, оно не обрабатывалось, ему приходилось перезагружать. Вот. Но я с этим обычно не сталкивался. И сейчас такая жопа, и я столкнулся. Так что это все жопа, блядь, ютубовская, сука.